Тереза, куда ты пошла, дорогая? В гостиную. Я устала сидеть взаперти в спальне. Похоже, что я вышла замуж за тюремщика. Тожество, да? А теперь все. Это не мои капризы. Если ты теперь выйдешь за эту дверь, я выбью тебе зубы. Я разобью тебе морду, выбью зубы, ясно? Нет, я у себя дома и буду ходить, где хочу. Нет, не будешь никогда. Попробуй только высунуть нос. Забудь об этом, а то я тебе покажу. Кроме того, никто в этом доме не хочет встречаться с убийцей. Нет, нет, я не убийца. Нет. Не убийца? Нет? Нет. Нет? Франко, пожалуйста, не смотри все время на часы, меня это нервирует. И не только это. А что еще? Не знаю, я боюсь. Боишься чего? Что будет, когда я увижу Лукаса? Тебе не нужно бояться. Я не хочу привязываться к нему. Ведь это не мой ребенок. Нет, твой. Ты его любишь. И значит, он твой. Это слова, Франко. Красивые слова, но слова. Нет. Это не просто слова. Мне не нужно было выходить за Франко. Когда ты поправишься, тогда, если ты захочешь, мы можем быть вместе и начать новую жизнь. Что за Клара? Жену Франко зовут Селеста. Ну, я оговорился. Нет, Гидо. Мы оба знаем, что наверху находится Клара. Но я рад, что ты тоже это понял. Теперь ты знаешь, почему я здесь. Мне срочно нужно поговорить с Кларой. Гидо, Гидо, как ты себя ведешь? Знай, ребенок, который умер, был моим. Моим. Теперь понимаешь? Что тебе тут нужно? Уходи! Плохо у тебя вышло, Терезита. Очень плохо. Не подходи! Плохо. Уйди отсюда. Нет, я не уйду. Никогда не уйду. Я всегда буду тебе напоминать, что ты убийца. Ты убила своего внука. Нет. 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 Хорошо. Пожалуйста, поскорее. Мы совсем извинились. Успокойтесь, я сейчас. Спасибо, матушка. Она сказала, что идет за ребенком. Дай Бог, чтоб это был Лукас. Не волнуйся. Я уверен, что это мой сын. Я это чувствую. Здесь. Я тоже. И все же нервничаю. Ты все еще боишься встречи с ним? Да. Я с тобой. А пропозиции. Кстати, ты разговаривала с настоятельницей. Откуда ты знаешь итальянский? Не знаю. Честное слово, не знаю. Ты убила своего внука, Терезита. Придется платить. Хватит издеваться, я прекрасно знаю, как все было. Я никого не убивала.
Этого ублюдка убила ты. А чтобы свалить на меня, устроила спектакль на лестнице. Куда отправилась эта женщина? В Японию? Успокойся. Уже час прошел. Да нет, всего несколько минут. Успокойся, Нина Ильича. Наберись терпения. На меня сейчас впору смирительную рубашку надевать. А тут терпение. Ну что с тобой? Только что ты сам меня успокаивал, а теперь, похоже, самому страшно. Да, ты угадала. Страшно. Почему? Непонятно. И от этого еще страшнее. Вы знаете, я решила не отрывать его. Он играет с другими детьми. Она говорит, что решила подождать, пока он поиграет с другими детьми. Да, я понял. Счастливый ребенок. Терпение. Пасенсия. Терпение. Входи. Не бойся. Мой отец уже не в состоянии кого-нибудь выгнать. Какая радость у меня гости.